Всем добрый день. Вот так я сегодня одета. Мои штанишки. Отпахала вообще. Сегодня так устала, потому что все клиенты вечерние на утро перешли. Это вообще какое-то столпотворение было. Но хоть денежку заработала. Теперь сижу мужа, жду, когда он приедет. Нужен с минуты на минуту. Надеюсь. И поедем на день рождения. На улице такая жарища вообще. Но это на работе нормально, все открыто. И не чувствовала такой жары. Хотя работаю с феном, но нормально. Знаете, когда вот так пум-пум-пум один за другим, время летит. Страсть как. Ой, и что-то я устала. Я бы сейчас прилегла, сериальчик включила. Но нас ожидает днюха. Так, надо спросить, где он и что он. И как он, хотя я уже 3 раза спросила. Мы же мужчины такие дотошные. Главное, читает WhatsApp, но не отвечает. Терпеть ненавижу, когда так. А еще знаете, когда, допустим, бывает так, он мне позвонит, я не успею трубку взять. Тут же перезваниваю, все, не берет трубку. Пипец, вот перезваниваю, он же, даже ему бы не дало времени даже телефон вот так вот в карман положить. Уже все, не берет трубку, я не знаю. Прям бесит, была бы рядом и по голове бы настучала. Да, а ты дома останешься, малява. У него нос в губнушке, смотрите. Ну покажись. Видите? В моих поцелуях у него нос. Ладно, будем ждать и едеть. Таня нам подарила, нам, Гули подарила, смотрите, какую красоту. Это называется баба-ягодка опять. Подожди, не видно, да, 45, баба-ягодка опять. Клубника ее домашняя, 100%. Да, она сама. И это. И орхидея. Орхидея, которую я хотела в зал. Ну, красота. Смотрите, это креветки пельпель, вареники с грушей, салат, там, где ребятишки пиццу едят. Чокаются. Баба-ягодка опять. Опять я стала. Дай бог тебе здоровья, вырасти большой. Ай, смотри, все на тарелке так и не дали. Мы гуляем. Агелла фанта, но? Аквариус. Агелла аквариус, он тоже фанта. Фанта, я фанта там, я. Ой, я стал. Че? Фанта. Это у них какая-то там, ну, в общем, курица у меня, сарь. Это моя тарелка, смотрите. Пипец, сколько у нас. Буду поздравлять Гулю. С днем рождения. Это все, на что ты способна? Желаю тебе. Желаю тебе из 1000 звезд самую яркую. Сейчас в очередь передаем очередь. Выключай. Поздравляю тебя с твоим днем рождения. Дарю тебе эту орхидею, чтобы ты была всегда такая же красивая. И так как у тебя дата круглая. Чтоб ты у нас была баба-ягодка опять, как вот эта вкусная, сладкая, домашняя клубничка. Я уже ягодка и клубничка. Моя ягодка. Да, это моя. Сюда. С днем рождения тебе. С днем рождения. Ты до сердца? Вино блоков. Мы уже поели, мы уже скоро домой. Ой, домой, мы к Гуле пойдем. Тортик будет. У нас Гуля очень хорошо. И что там тортики вкусные, разные вообще. Она вообще гадкая. Поэтому пойдем. Продолжение банкета у нее дома, да, Гуль? Да, да, да. Сейчас прогуляемся. Да. Три торта. Три торта. Чего раньше не предупредили? Мне принесла Сабина. Я испекла сама. Но я такой, весь по-быстрому, но мой вкусный шоколадный с этим. И Ферреро де Роше тоже. Надо было раньше сказать, чтобы я макаронами не давила. Сейчас пройдемся. Да, она меня записывает на последние макаронины. Ну, один, а не три. Сейчас я принесу свой дископутавль. Мы с девчонками идем гулять, смотрите, на пляж. Пахнет. Моему брату понравилось. Невкусно пахнет. Не то, что невкусно. Вся еда вот так вот собралась в один запах. Блин, на пляж хочется. Как там люди уже загорают. Блин, может завтра на пляж рвануть? Я тебе говорю, приезжай, мы должны пойти пораньше.
Ну, я поближе где-нибудь. А вода, наверное, еще холодная, да? Ну ты тогда завтра сообщи нам, теплая или холодная. Здесь продает, ой, продает, ну да, продает, и сдает квартиры. Она у нас агент, ты у нас Гуль, агент? Уля, ты у нас, Гуля, у нас агент? Да, я работаю в недвижимости. Вот, недвижимость. Вот у нас скидка. Она агент 007. А стоило 290. Да, этот дом почти стоил около 300 тысяч, сейчас стоит 260. Ой, я свой тоже буду продавать. Это вот такой дом за 500 тысяч. А есть алькиниры, но это у нас дорогие. Миллион. Да, это миллион. А есть еще, подожди, есть миллион. А где это, в Лос-Пинос? Где? Да, Лос-Пинос. Да, есть Лос-Пинос. А есть еще у меня здесь, вот, нет, у меня нет здесь рекламы, есть за 1 350 000 тоже. Ну, такой вот, а вот что, совершенно это дешевый монета. Домик, дом в Кости ее за 89. Знаешь, что сделать? 1300 это сдают в аренду. Да, вот это, вот так, в общем, тоже. Вот тут она у нас Вазелика работает, воды, Гуля. Папа будет смотреть на дочку, и увидит, где дочка работает. Воду налей. Литр воды. Дядь Толя, привет. А пусть оно настоит. Закрытый чуть. И так просто. Вот. А потом просто по... У Гули дома. Ага. Она с цветами ходит. Цветы у ней тут. Видите, как Таня хозяйничает. Таня у нас всегда хозяйничает. Она у нас всегда за хозяйку. Две Тани. Но у Гули все красиво. У нее даже телек здесь. Во, блин. Офигеть. У тебя даже телек тут? Да, мы смотрим здесь. Нифига себе. Небольшая, может, ее пополам? Нет? Тут жить можно. Ой, блин, чуть не влезла в цветок. Пополам. Папка покрасил все-таки, да? Да, еще раз надо покрасить. Видите, какая красота. Еще раз надо прокрасить. А с той стороны выходит как? Я просто хочу сказать, на другую сторону. Отцевели. Бабушка за нами наблюдает. А мы сейчас будем пить торт. Чай пить. Внутри, а вы вино не будете пить? Будем вино пить. Они вино будут пить. Ты будешь пить, и мы будем пить. Да. Тортиков, смотрите. Да, это Гуля делала, это не знаю. Это, ну, это местное. Это местное. Это, по-моему, это чизкейк. Тарта де кес. Тарта де кеса. А чизкейк это что такое? Не, главное, сама, главное, стоит, сидит, смотрит, а нам не показывает. Ляпота. Ой, как пахнет сразу вкусно. Вкусно это чизкейк. Жить не запретишь. Красиво. А, нет, вот так красивее, смотри. Во. С этикеткой. О-ля-ля. Так что мы сейчас будем... Так, сейчас свечки принесут, они поставят. Кумпляньос фелис. Те десеамос тодос. Кумпляньос фелис. Будьте здоровы. Днем рождения. Мы уже домой приехали, время уже 9:30. Представляете, я немного охрипла от такой болтовни вообще. Я не... Вообще прямо болтала, пока на работе болтала. Ой, цветок надо полить, он у меня совсем согнулся, смотрите. Мне когда продавали, сказали, что его нужно сильно поливать. Ну, хотя я и сегодня утром посмотрела, и он был политый, ну, сырой. Но мне не жалко. Все полью. Сегодня было очень жарко просто. Поэтому, наверное, от жары. На-на-на-на. В общем, наболтались от души. Поэтому завтра, наверное, разговаривать не смогу. Правда, голос охрип. Ой, на улице такая красота. Дома даже жарко, представляете? Ну ничего, сейчас все остынет. Там самолет где-то высоко летит.
У него не видно нифига. Смотрите, какая была тишь да гладь Божья благодать. Сейчас пойду, наверное, что-нибудь горяченькое попью для смягчения моего горла. А еще мне Гуля кое-что дала, гостинец какой-то. Да, моя рыба такая выходит, мой сладкий такой, тут своей игрушкой. Ну, столько у меня сегодня часов много один был, что мне его так жалко стало. Да, вы на кикамиру. Там муж ужин готовит себе. Поэтому он там думает, вдруг что-нибудь отхватит, да? Такой сладкий. Завтра с ним погуляем днем. Ну, днем, утром на пляжике. Ай, моя радость. Ай, моя радость. Вот какой он весь. Вот какой он весь. Сейчас пойду вам покажу, что мне Гуля. Какой гостинец дала. В общем, это гостинчик Тани. Она мужу передала. Знает, что муж любит вот такие. Ну, я тоже люблю, поэтому... Вот, у нас еще с того раза осталось. В общем, она нас, чтобы мы были толстые и некрасивые, она нам дает вот такие вкусняшки разные. А Гуля, она молодец, она дала муж мала, в общем, низкий. Смотрите, какие классные. Пшик. Шикардос. Смотрите, сколько много. Я их обожаю. Сейчас как захаваю штуки 3. Они прям здоровенные такие. Так что это мне будет ужин. Вот такой. Ну, посмотрите, целый пакет. Спасибо ей большое. Вот, а с вами буду прощаться до завтра. Завтра воскресенье, выходной. Буду спать часов до 8, как всегда. Я всегда намереваюсь спать часов до 10, но у меня не получается почему-то. Режим, наверное, я уже привыкла вставать в 8-8.30 и все, и не спится выходные. Вот тут все надо убирать. Вот, в принципе, посуды нет. Мы сегодня дома не ели, так что откуда может быть посуда? Буду с вами прощаться до завтра. В общем, всего вам наилучшего. Выходные у вас уже прошли. Чарли тут собирает крошки на полу, как всегда. Он думает, что ему что-то вкусное передавать. Чарли, яста! Яста! Ну и надо, яста! Любит он пылесосить. Хотя вот так вот даже куском не ест. Зато полы все собирает. Поросенок. Яста! Яста! Жорик! Чего ты там смотришь? Вчера апельсины купили на сок. Мы делили апельсин. Но сок я ночью не пью, я его пью где-то часа в 4. Ладно, на посошок что ли опять? Всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока, до завтра.